Засаду у законодательного собрания организовал депутат Палаты Республики Михаил Мрыхин. Генерального консула Королевства Норвегия, который должен был посетить карельский парламент в 10 утра, предполагалось в здание не допускать. Предложить генеральному консулу и тот, кто его сопровождает, так сказать, покинуть здание парламента ввиду того, это протест не против гражданина Норвегии такого-то, а протест против представителя власти Норвегии, страны, которая участвует в варварской агрессии против народов Югославии. Михаила Мрыхина собирались поддержать еще несколько депутатов, которые, впрочем, ближе к 10 часам разошлись на заседания комитетов. Так что некоторую толпу создавали проведавшие об акции журналисты. По истечению 20 минут стало ясно, что в программе визита генерального консула Норвегии произошли непредвиденные изменения. Фотографы, сделав несколько кадров депутата Мрыхина, разошлись. Как позже нам удалось выяснить, отказ от встречи с консулом поступил от руководства законодательного собрания, которое, очевидно, постаралось предупредить публичный скандал.